Слушай, поздравляю с победой. Эпизод забавный случился в конце, когда ты буцей размахивал значительное время в сторону арбитра, в сторону соперников. Расскажи, в чем суть? Да, суть была в том, что, на мой взгляд, это был фол. Вот, то есть там, судья сказал, что это неоднозначно, я показываю, что у меня обувь снята, как это может быть не фол. Но потом он сказал, что да, возможно, в динамике он не видел, и он не прав. Ну, уже момент заигран, завелся эмоционально. Ну, то есть, потеряли мяч, а фол не поставил. Странно. Но сегодня было достаточно много нарушений правил со стороны соперника, штрафных было предостаточно. Как тебе показалось, соперник действовал не слишком жестко? Ну, ребят можно понять. То есть они боевитые ребята, то есть проигрывают, там, да, что-то не получается где-то у них. Вот, но характером показывали, что они не готовы проигрывать, уступать. Вот, старались не проигрывать единоборство, и поэтому там где-то фалили, где-то не успевали за нами, возможно. Вот, и поэтому, как бы, их можно понять. То есть никто не любит проигрывать с таким счетом. Максим Зеленцов сегодня в воротах неожиданно место занял, хотя он лучший бомбардир турнира на сегодняшний момент. С чем такое решение связано? Он лучший бомбардир, он 7 гол. Максим Зеленцов. Нападающий? Нет, я нападающих таких не знаю, только вратаря. Вратарь, ну, тут его место, мне кажется, ему там и надо играть. Больше нигде, только на воротах играть, и все. Но сегодня он прям круто отстоял. Вчера зато нет. Вчера, ну, сегодня он реабилитировался за вчера, скажем так. Не, он молодец, сегодня на ноль, да. Вот побольше бы таких матчей, Максим. Желаем тебе побольше таких матчей. Спасибо.